веселые хороводы, яркие клоуны и солнечное настроение. Открытие новой детской площадки – настоящий праздник для жителей села Немчиновка. Выполненная в космической тематике, она уже стала любимым местом для игр у малышей. Нравится, что сделано в виде космического корабля «Буран». То есть слушаем каждый день, что пойдем гулять на «Буран». Дети могут фантазировать, дети могут играть на ней. Очень много развивающих элементов, связанных с космической темой. И также много интересных лазилок, где дети проводят много времени. Игровой комплекс расположился на площади 450 квадратных метров во дворе дома номер 6. Благодаря активности жителей и их голосованию на портале «Добродел» объект включили в губернаторскую программу. Все вместе обсуждали эскиз, вносили коррективы. Андрей Иванов торжественно открыл площадку и поздравил всех с радостным событием. Уверен, что это будет любимое место отдыха для наших детишек и их родителей. Здесь будут яркие, позитивные впечатления, приятное, доброе общение. Стало светло, красиво, уютно. И это действительно для нас очень большое и знаковое событие. Теперь это не только место для прогулок и интересных игр, признаются малыши, но и возможность обрести новых друзей. Там много лазить, залазить на крыше играть с детьми. Каждому гостю от мала до велика досталось сладкое летнее лакомство. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».